спонсор програми «Наші таланти» – магазин «Будмах». «Будмах» – все для будівництва та ремонту у Первомайську. За 10 лет мы приняли участие в 89 соревнованиях и порядка 450 мест различного уровня, то есть первых, вторых и третьих мест. Также, в принципе, мы приняли участие в 3 чемпионатах Европы, которые для нас, в принципе, оказались результативные. Ни один чемпионат Европы, в котором мы приняли участие, для нас не был поражением. У нас были призеры, были серебряные призеры, были бронзовые призеры. Ну, пока еще золотых призеров нет. Также мы приняли участие в одном чемпионате мира в 2012 году в Токио, в Японии. Приняли участие в 7 международных турнирах: Чехия, Польша, в которых тоже, в принципе, команда выступала на достойном уровне, с результативностью, первые, вторые, третьи места. Я уже занимаюсь 5 лет, но у меня очень много первых мест, я их где-то насчитала 12-13 штучек. Всего медалей у меня 19, точно не помню количество вторых и третьих мест.
я начал заниматься со второго класса. Желание мне такое было, потому что вот меня вот били одноклассники, вот я им хотела дать задачи. Хожу я уже сюда почти 5 лет. У меня уже 9 первых, 3 вторых и 1 третье. Соревнования Николаевской области, Днепропетровской области, города Херсона, города Симферополя. Важно в первую очередь, чтобы не нарушали правила, ну, конкретно там не ложили руки друг на друга, не мешали наносить как бы бойцовую технику. Вот, это самое главное. Потому что если будут мешать, бой, соответственно, уже переходит в другой режим. Ну, в режим «я тебя подержу, ты меня поддержишь». Вот. А когда уже начинают правильно бить, ну, никто никого не задерживает, то уже начинается, ну, как бы, конкретно в нашем карате это проще делать, потому что у нас фулл контакт. Если пробил уже, попал, человек где-то подсел, то это в азаре пол победы. Если полностью уже продолжать не может, это ипон. Два в азаре – это тоже ипон, ипоном считается. Вот. Ну и как бы по судейству не так все сложно. Другой вопрос уже, когда равные бои, тогда там уже, да, там уже сложнее получается. И надо уже за активность, за нанесенный ущерб, за где-то за правильную технику, потом переходит в дополнительное время, там уже смотрится, ну, дополнительное время, если опять ничья, уже на весы сажают. И в последнем раунде уже обязательное решение. То есть там уже факторы такие, ну, боковые судьи выбирают. Именно лично смотрят, то есть кому какой больше боец понравился. Именно из-за техники, опять же, ну, из-за всех перечисленных факторов, которые я говорил. Вот, только уже на свое усмотрение. И главный рефери потом уже дает оценку после боковых. Я занимаюсь уже два года. Я начала ходить, потому что мне нравятся драки. У меня 6 золотых медалей из Черкасской области, Николаевской и Первомайской. Yeah.
неоднократно слышала о победах воспитанников Юрия Васильевича, неоднократно видела по телевизору, ну, ходила тоже, видела и показательные выступления, очень понравилось, произвело большое впечатление. Вот, решила, поскольку мальчик, ну как бы должен, будущий мужчина, который должен уметь постоять за себя, семью, соответственно, уметь защитить, маму, там, жену будущую, деток. Вот, ну и... Кроме того, карате, оно воспитывает дух, то есть самодисциплина, самоконтроль, опять-таки, умение побороть свой страх. То есть эти все факторы, не только физически ребенок как бы закрепляется, правильно? А еще и психологически, он действительно, он как бы становится более сильным духом. А карате воспитывает не только тело, но и дух. Ну, то есть идет по своему пути. Активно принимаем участие в общественной жизни города, то есть принимаем участие в различных мероприятиях городских. Федерация карате вошла в громадскую раду, в общественный совет при горисполкоме. Наши воспитанники номинированы на доску почета на протяжении последних 4 годов. Спортивный коллектив дважды уже был тоже номинирован на лучший спортивный коллектив города, также на доске почета по решению исполкома. Спонсор программы «Наші таланти» – магазин «Будмах». «Будмах» – все для будівництва та ремонту у Первомайську.